Приветище! Добро пожаловать в нашу азиатскую таверну, где управляет ей, собственно, панда. Я вот этот вот котей или лис, я так и не понял, в шляпе. Похоже на кота в сапогах, но сапог нет, поэтому я кот в шляпе. В общем, мы с тобой вот этот вот зверинец, который будет исследовать фэнтезийный мир. Давай не будем трепаться, погнали! Короче, мы обладаем сверхспособностью, умеем метать дымоухи вот такие вот. Наверное, зря это я сейчас скинул. Дымоухи больше похожи на едкий дым какой-то зеленый. Есть сундучки, требуется активация опоры для... Сейчас мы их открыть не можем. Короче, входим в телепорт и пойдем исследовать здешнюю пещеру. Склеп Лунлина, уровень 1. Почему мы пришли в склеп Лунлина? Дело в том, что мы увидели какой-то всплеск, активность демоническую, и вот мне нужно ее разведать. Откуда она взялась? Что вообще здесь происходит? У меня есть вот такая рушбайка. Сейчас я тебе покажу свою сверхспособность, потому что я супергерой. Я необычный лис или кот. Давай будем все-таки мы котейкой. Котейкой в шляпе. Мне вот интересно, вот эту штуку я могу разбить? Не, не могу. Все, ладно, погнали. Весь прикол в том, что я очень вооружен до зубов. Посмотри, сверхспособность моя. Паум! Видал, да? Я почти как маг. По сути, если бы у них было дофига здоровья, они бы заковались в цепи. Помимо всего этого, эта игра обладает элементами RPG. То есть мы будем шариться по пещере, открывать всякое вооружение, доспехи, качать свои навыки и прочее, прочее, прочее. Ну и, соответственно, панда будет нам давать кучу всяких интересных заданий. Но я надеюсь на это. Надеюсь, он не зануда. Так, получаем по башке. Опа! Короче, это КС-очка в фэнтезийном мире, можно так это назвать. Хотя в КС такого брутального оружия нет, как у меня. Оу, нифига себе. Здрасте, мордящий. Вот еще один. А имчик у меня еще в порядке. Или просто... Я не разучился играть в экшен. Игры. Нифига себе прыгать. А я так умею прыгать? Да, я умею прыгать, но не так высоко. Также у нас есть спринт вот такой вот небольшой. Кувырка у нас, к сожалению, нет. Спринт восстанавливается, зря я зюзал его. Блинский. Вон там сундук, смотри. Так. Получай разряд. Вот, видел? В цепи его заковал. Когда большое количество хп. Опа, арбалетик могу взять. Ну давай поднимем. Выстрела в секунду в нем меньше, чем у меня. Но ничего страшного. Так, арбалетик. Вау, как он мощно стреляет. Цепями какими-то. Сундук открываем. Что там? Че это такое? Золотой кубок. Кубок, истощающий загадочную энергию. Возьмите его, чтобы увеличить свою силу. Ну давай. Преимущество определяет ваше развитие в приключениях. Преимущество третьего уровня обладает могущественными дополнительными эффектами. Продуманное сочетание преимуществ, оккультных свитков и оружия поможет вам продвинуться дальше в игре. Ну, что мы тут видим? У нас есть дикий огонь 1, увеличение рюкзака для дымовых гранат и энергетическое эхо. Я даже не знаю. Ну, давай дикий огонь возьмем, чё бы нет. Так, дикий огонь. Тап, чтобы посмотреть. Вот, это мы прокачали свой талант, грубо говоря. И получается, что этот дикий огонь дает нам плюс 40% скорострельности в течение 6 секунд после убийства противника, пораженного эффектом стихии. Ну ладно, хорошо. Погнали сюда, в этот стрёмненький портал. Ой, здрасте. Попробуем наш арбалетик. Блин, прикольно, он получается такой ауешный. Я могу сразу толпу бомбануть им. Так, придется способность заюзать. А теперь разобьем его. О, бомбическая какая бочка была. Бомбическая. Вот это что за снаряд? Вот это меня смущает. Что за снаряд? Я не понял. Это вот этот фигли-пигли кидается у меня этими снарядами. Вот так вот. Все. Монеточки. Монеточки мы подбираем. Медяк называются они. Скорее всего, мы их сможем потом потратить на что-то интересное в магазинчике панды. Так, бочку я могу как-то кинуть, я не знаю. Ребят, не идите ко мне, пожалуйста. Воу-воу-воу, граната, динамит, да? Нифига себе, он подлетел. Интересно, я смогу оружием ближнего боя, например, мечами, топорами биться? Это было бы очень круто. Так, перезаряжаемся. Вот эта бочка, она взрывная или что? Давай ее сейчас разобьем. А, она взрывная, ладно. К таким бочкам лучше не подходить. Я усек. Здрасте. Гранату дымовую им тоже кинул. Зря я, конечно, это сделал. Она тут вообще не нужна была. Я бы и так расправился. Бау! Бау-бау, бини! Хо-хо. Вот это ящик, его можно открыть? Нет, нельзя. Жалко. Ладно, чешем дальше.
Мы, кстати, уже на уровне 2 этого склепа. То есть мы ниже спустились. И сейчас, походу, на уровень 3 опустимся. А есть у кого-нибудь новое оружие какое-нибудь, а? Дайте мне... Во, новое оружие, отлично. Воу, сколько там хранителей портала вылезло. А я-то кот-шляпник. Я сейчас вам всем шляпу сделаю. Граната. Ай-яй-яй, больно. Нифига себе. Вы что, офигели, что ли? Черт, еще одна граната. Улетаем. Ух, нитро вовремя врубил. Ну все, хорош. Да что ты будешь делать? Возьмем вот это оружие. Что тут? Урон меньше. Зато криты больше и выстрелов больше. Давай попробуем, чего бы нет. Вот такая вот куколка какая-то. Сейчас оценим ее мощь. Тут есть еще сундучок. Возьмем. Что нам в этот раз попадется? Золотой кубок. Сейчас мы прокачаем еще способность. Значит, увеличение рюкзака нам не интересно. Энергетический клинок. Плюс 300% к урону от оружия при следующем ударе и причинение 50% урона противникам, находящимся рядом с целью после сотворения энергетического шара. Интересная штука. Давай ее, наверное, и возьмем. Хорошо, идем в портал на следующий уровень. Всего уровней получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уровней, 6 с боссом. Склеп Лунлина, уровень 3. И нас тут встречает жаба. Бродячий торговец. О, нифига, это я сделал? Прикольный такой пестик. Он какими-то ядовитыми стрелами пуляет. Так, жаба, что ты хочешь мне предложить? Итак, давай посмотрим, что тут. Волшебная булочка, которая восстанавливает здоровье, надо купить, потому что у меня мало хп. Поставка боеприпасов. Мне интересно, поставка гранат. Бешеная акула. О. И волшебный магазин, редкий. С вероятностью 33% при перезарядке не будут использованы резервные боеприпасы. Мне интересно, короче, покупаю булку. И все, у меня только на булку хватило, прикинь. Ну ладно, что. Зато здоровье восстановил. А знаешь что, я не обратил внимания, когда я в портал вошел. У меня, может быть, здоровье было восстановлено. И зря я купил эту булку. Ну ладно, что. Это кто такой? Фига себе! Суицидники! Подрывники! Сами себя подрывают. От таких подальше надо держаться. Блин, в бочку бы попасть. Вот так. Оп, гранатка. Гранатик, держи. Мою способность. Бабах! Разнесли черепуху. Блин, игруха очень классно, динамичная. И графика у нее зачетная. Вот еще бы оружие ближнего боя мне достать где-нибудь. Воу-воу-воу, спокойно, жучары. Что это за жуки такие? Дымовуха? Это что такое светящее у нас тут? По всей видимости, ничего страшного. Оп! Прям мне в голову! Граната. Еще и суицидники. Не-не-не-не-не, ребят. Вот так. Тихонечко, не спеша. Пробираемся и не паримся. Сейчас там граната взорвется. Еще динамит. Шикарно вообще. Держи! Хо-хо-хо. Ну ништяк, пока прорываемся. Оп, блин. В попец попал. Мощно. Что-то я его пробить не могу из-за щита, видимо. Хорошо, сейчас у меня способность восстановится. И я его пробью. О, видал? Как я умею. Ну-ка, подожди, дай-ка я вылезу. А-а-а, мало боеприпасов к этой пушке. Все, я его уничтожил. Вот это дела. У меня боеприпасы заканчиваются, а еще даже с боссом не справился. Смотри, сколько сундуков тут. Давай-ка залезем сюда. Всемогущий дух из иного мира. Я призываю тебя. Предложить собственную жизнь, потерять 30 хп, получить 121 монету. Также я могу потерять 40% хп, получить оккультный свиток и получить случайное оружие. Давай оружие возьмем. Мы потеряли 35 хп и неплохое оружие получили. Ай-яй-яй. А, это оружие у нас уже было. Ну слушай, это лучше, чем та пукалка, потому что к ней боезапас уже закончился. А патрончики нам нужны. Это кто такой тут стоит? Какой-то мастер, что ли? Мастер, реально. Ребята. Так, теперь мы... гранату надо было кинуть нормальную. Вот. Цепи взяли их. Ну чё, все? Нет, не все. Банда вылезла из стен. Смотри, автомат. Там был автомат. Сейчас же чарами разберемся. Оу, нифига себе, меня подорвали. Могу возродиться. И я потрачусь в свои какие-то камни очень волшебные. Ну ладно, давай возродимся, чего. Так,
Суицидник, не подходи ко мне. Блин, мне кажется, что меня сейчас тут захавают нафиг. Чё так мощно-то? Я только играть начал. Не бомбите меня так. Сзади никого нет, хорошо. Все, я сейчас с ними разберусь. Готов, Чинга. И последний подрывник. Еее, шикардос. Сейчас сундучок вот этот вот откроем. Чё там у нас? Золотой кубок. А, еще одна способность будет. Так, к урону от молнии, плюс 40. Ядовитый дым, плюс 300 к урону от дымовых гранат. Ну, давай, наверное, вот эти вот и возьмем. Способности к дымовым гранатам. Тем более, у меня 3 гранаты еще дымовых есть. Это хорошо. Возьмем пукалку. Вот это что это такое? Это, кстати, автомат. Давай его возьмем. Во, ништяк. Автомат нам нужен. Подойдем к мастеру, спросим, что, как дела? Мастер. Эти искусственные мастера могут улучшить оружие или перековать надписи близнецы на нем. А что за надписи близнецы? Я вообще не въехал. Ладно, неважно. Давай мы улучшим, наверное, кавалерию. Вот так. Ну и у нас денег еще в достатке. Можем улучшить аргус плюс один. Вот так ведь. Улучшили все, что у нас было. Пойдем теперь в этот портал разбираться с боссом. Че кого? Склеп Лунлиня уровень 4. Нифига себе, как он умеет. Так, пожалуй, я возьму другое оружие. Блин. Не-не-не-не-не-не, вздумай так делать. Это не хорошо. По хедикам им надо раздавать. С этого револьера. А это кто такой? Ё-моё. Ёкарный, он какими-то воздушными волнами разрезает воздух и... Мне достается. Давай я сделаю вот так вот. Обойдем его просто. И все. Вопрос решен. Да, что-то тут начинается не очень, не очень просто все это проходить. Смотри, сейчас толпа выскочит, и я их встречу дымовой гранатой. Ловите дымовуху! Что-то как-то дымовуха не сильно на них подействовала. Ну ничего, мы разобрались с этими пацанами. Чокобочки, рябами. Так, опять жертвовать. Отдать 194 голды, получить оккультный свиток. Либо отдать 174 и получить случайное оружие. Давай оккультный свиток, чего бы нет. Оккультный свиток, я ни разу его не брал, посмотреть хоть что-то такое. Так, небрежный стрелок. Нормальное, плюс 20 к вероятности удачного выстрела, но минус 20% к урону от оружия, если удачный выстрел не получится. Ну ладно, давай возьмем. Чё уж, раз купили, надо брать. Мне, конечно, это не очень нравится. Сколько бочек. Ой. Надо стрелять по хеду. Самое главное по хеду. И патроны, патроны, патроны. Ух. Больно, больно. Что-то я мазю, однако. Сейчас разберемся. Последний хед. Все, разобрался с этими пацанами. Вроде неплохо. Надо подальше от бочек держаться. А лучше их взорвать нафиг все. Потому что я уже один раз подорвался на такой бочке. Так, берем револьвер. Револьверчик. Что-то как-то плохо получается. У меня хедики выдавать. Кинжал метнул. А я увернулся, я красавчик. Опа, гранатка. Так, я могу куда-нибудь залезть? А вот сюда, наверное. Нет, сюда не могу залезть. Могу, отлично, я наверху. Я буду здесь прятаться. Что это за снаряды такие самонаводящие? Я не понял. Лови. Так, еще надо кинуть туда дымовуху ему, пускай он травится. Черт! Опять воздушная волна меня подцепил. Кто там что кидает? Готов. У-у-у, ребят, сколько у вас там? Где мой арбалетик? Получайте. Да ё-мо, опять самонаводящиеся какие-то стрелы огненные. Есть! Чуть-чуть осталось, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да ё-моё. Вон он опять. Короче, самые наводящиеся стрелы — это из арбалетчиков. Надо их устранять в первую очередь. Так, тебя мы вот так сделаем. Не успел. Оп. Ай-яй-яй, зачем я высунулся? Английский лучик нанес мне 29 урона и все.
Возродиться я больше не могу, придется сдаваться. Игра окончена. Блин, ну я почти вот у босса, я до конца дошел. А, смотри-ка, под конец каждого уровня, ну когда я прохожу, либо погибаю, я могу прокачать какие-то еще дополнительные таланты. Что ж, давай посмотрим, что это. Исследование, способность разбить мерцающую трещину. А, мы, кстати, их видели, я постоянно думал, что это за фигня, которая ведет в подземелье, вон она что. Внутри скрыто множество оккультных свитков. Но давай это и качнем, чего бы нет. Вот они, эти трещины, давай попробуем сломать. И мы можем туда войти. Драйси. Событие, задание. Испытание – это риск, который может возникнуть на любом этапе приключения. Но это также возможность получить дополнительные предметы. Ну здорово, я сейчас хочу получить дополнительные предметы. Арбалетчиков ненавижу. Они меня один раз уже кокнули. Получай. Воу! А еще меня бесит вот эти вот сюрикенчики. Че тут, свиток какой-то? Ё-моё, сколько их там повылазило. А че они будут из телепорта вылазить? Не-не-не, так не пойдет. Получай, получай, получай. Жучары остались. Жучки, жучары мои. О, вон еще приползли, смотри. Ребятки, на тебе хэй. А, я промазал. Еще жук. Свиток, что дает? Тройное возвращение. Ой, тройное возвращение, это круто. Поднимаем. Я смогу вернуться. Наверное, три раза. Надо было почитать все, что там написано. Суицидника взрываем. Жучару убиваем. Че, все? Испытание пройдено, отлично. По всей видимости, мне теперь нужно выйти в этот портал, да? О, сундук. Открываем сундучок. Что там будет? А там у нас свиток. Ни шагу назад. Нормально. Плюс 50% к урону от оружия при отсутствии зарядов дополнительного навыка. Ну хорошо. Выйти. Все, мы вышли. А тут у нас ребята ждут. На тебе. Дождался. Ладненько, давай я сейчас быстренько дойду до финального босса. И мы там повеселимся. Короче, лазю по этим расщелинам. И тут ловушечки начались, смотри-ка. Прикольненько. Главное, чтобы меня не размотало. Оп, я здесь. Нифига себе их тут. Они катятся и катятся. Ладно, поймать момент. Я готов, я бегу. Сюда. Ай, чуть-чуть прищемило мне хвостяру. Но вроде жить буду. Жить буду. Теперь надо просто проскочить. А подожди, а что если я сделаю вот так? Нет, так не работает. Ну что, ладно, рискнем. Сейчас прокатывается. Побежали. Все, успели. Ништяк. Дальше идем вон туда. Там ничего нет. Так, сейчас глубоко прокатится. Побежали. Чуть-чуть. Ай, слава богу, что повредил только свою броню. Минус 50% к восстановлению сил для рывка. О, это классная штука. Все, выходим. Смотри, какую пукалку я достал. Вот такую. Выпала мне тут. А еще я достал вот такую ракетницу. Ни разу еще с нее не стрелял. О, 2000 дамага. Здорово, что припасов у нас полный суммарь. Не нужно париться. Беру револьвер. И сейчас будет битва с боссом. О, какой, смотри. Мощный, мощный. Я у него, наверное, перчатку отберу. Но я бы отобрал. Так, что ты умеешь делать? Ух ты! На, лови суперспособность! Где моя мега-пукалка? Надо твою ж налево, а? Он китается окружающей местностью. Оторвал камень, кинул. Достанет туда? Нет, туда не достает. Значит, снаряды надо экономить. Экономить. На вот таких жучков буду тратить патроны револьвера, потому что они у меня бесконечные. Ух, успел. Успел уйти. О, попал. Засранец. Держи. С ноги сейчас что-то зарядит. Ой-ой-ой. Это было близко. Он разбил ее, что ли? Отойди от меня. О, как больно. Ой-ой-ой. Броня сейчас накопится, конечно, а вот ХП навряд ли. Бежим. Куда это ты? Василий Геннадьевич. С гранатомета надо будет бомбануть его потом. Так, надо подобрать. Надо подобрать вот эти штуки. Подрывники выбежали. Где-то должна быть аптечка, по-любому, 100%. Черт, промазал. Промазал. Оп. Фух. Это было близко. Базука пошла в дело. Убегаем.
Главное не подорвать бочки, потому что от них мне будет больно. Ну чё, я убежал? Фух. Так бы он меня нормально бомбанул. Еще раз убегаем. Спринт это, конечно, вещь здесь. Все, засал, да. Патрики заберем. Сейчас, быстренько. Кого призываешь? Опять подрывников, да? Кстати, насчет дымоух забываю. Совсем забываю про дымоухи. Постой пока, подожди, не прыгай. Мне нужно время немножечко, я тут передышечку. Ой, убегаю. У-ху-ху. Близко было. Прям чувствовал. Базука, перезаряжайся быстрее, пожалуйста. А, он разбомбил мое прикрытие. Черт, надо убегать. Твою ж налево. Совсем мало хп. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Получай. Промазываю. Есть! Виктори! На еще дополнительный добивающий. Ё-моё, это было потно. Фух, что он там нам выкинул? Дробовик. Вот это пушки, слушай. Это забираем. Опыт. Точнее, экстракт душ. Так, значит, что бы выкинуть? Возьмем вот эту пуколу, посмотрим, что она умеет. Автоматический дробаш. Угу. Это что у нас такое? Снайперка. Прикольно, с нее можно нормально так мочить. А это? Это тоже автоматический какой-нибудь дробаш. А, нет, это ручной. Забираем эту штуку и вкачиваем. Остался еще один заряд энергетического шара. О, классная штука, давай возьмем. Так, ну вроде бы все. Можно я поменяю базуку на... Блин, хотя базука, она крутая. Я при помощи нее много чего сделал с этим боссом. Ладно, короче, отсюда чешем. Сейчас нам панда что-нибудь там скажет. Ты крутой, все дела? Или нет? А, мы сразу с тобой перебрались в песчаник какой-то. Странно. Ну давай зайдем в портал, посмотрим, куда нас затянет. Пустыня Анси. Уровень первый. Ну короче, давай мы здесь остановимся, наверное. Ну, в общем, если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока увидимся в следующем видео. Наверное, если я выживу.